Полосатый супергерой, веселые танцы и море воздушных шаров. Таким сделали праздник представители банка «Восточный». За участие в каждом конкурсе дети получали призы. Мы не только работаем с кредитами, вкладами, переводами, но также у нас есть свой фонд, фонд «Восточный». Мы помогаем ребятишкам, которым нужна наша помощь. И мы сейчас хотим вручить этот ноутбук Дарье. У Даши детский церебральный паралич, ей 10 лет, и она круглая отличница, готовится пойти в 4 класс. Для нас это действительно окно в мир будет, потому что у меня ребенок очень много проводит времени в интернете, но он увлекается космосом, читает книжки. Теперь мы сможем не только дома находиться, учиться, читать, но еще брать с собой ноутбук на реабилитацию. Банк «Восточный» подарил так уже более 700 ноутбуков. Акция «Окно в мир» проходит по всей стране с 2012 года. Она создана, чтобы помогать детям с ограниченными возможностями здоровья. Главная цель акции – с помощью компьютера подарить возможность учиться и развиваться.